улица Краснопольская, 13/16. Кирпичный дом на 5 этажей. Вокруг дома высажены цветы, во дворе относительно чисто. Состояние входа в парадное удовлетворительное. Есть пандусы, установлен домофон. В доме находится отделение банка и почта. Во дворе есть небольшая детская площадка в тени деревьев. Мест для парковки немного. Автомобили паркуют во дворе. Неподалеку находится продуктовый магазин, аптека, ремонт обуви. В ближайших окрестностях детский сад и школа. Возле дома остановка общественного транспорта. Дом в удовлетворительном состоянии.